Рад приветствовать всех любителей игры Mortal Kombat X Mobile на моем канале. Меня зовут Николай. Я продолжаю играть предложенными отрядами. Но вначале небольшое лирическое отступление. Ребята, все вы слышали об анонсе игры Injustice 2. И вот у меня такой вопрос. Как вы думаете, кто из бойцов Mortal Kombat и будут ли они вообще там, кто заглянет в эту вселенную? Как вы помните, в Injustice 1 это был Скорпион, который даже в виде скина перебрался в консольную версию, а к нам в мобильную даже целого персонажа завезли. Так вот, как думаете, добавят ли разработчики кого-нибудь из вселенной Mortal Kombat во вселенную DC Comics? Будет ли это любимец Эдабуна Скорпион, или может Саб-Зиро, или может еще кто-нибудь туда заглянет? Пишите об этом в комментариях. Ну, а сейчас посмотрим, что же за сборочку мне предложили. Итак, предложил сборку Алексей. Прости меня, Алексей, за, возможно, ляп в твоей фамилии. Значит, Алексей Милайко. Сори, если где-то не там сделал ударение. Значит, что он пишет? Попробуй, пожалуйста, такую сборку. Первый. Неостановимый Джейсон Вурхис. Второй. Слэшер Джейсон Вурхис. И третий. Чернокнижник Куан Чи. Желаю удачи и три ржачных смайлика. Как вы понимаете, эта сборка вместе с Слэшер Джейсон Вурхис, Cold War Sonya Blade и Warlock Quan Chi снится мне в страшных снах, в кошмарных снах. Но решил я и сыграть, почему бы и нет, хотя бы по причине моей любви к персонажам с регенерацией. Почти во всех RPG у меня у персонажа всегда восстанавливается жизнь, или он может восстановить себе, или напарникам, ну, что-то типа клириков. Почти все персонажи, скажем так, лекари у меня. Ну и думаю, почему бы и нет. Поставлю неудержимого чи неостановимого первым и буду регенерировать, что я и сделал. Что ж, ребята, ролик, как я понимаю, будет достаточно длинным, ну, поскольку я долго набирал энергию для второго приема у неостановимого Джейсона. Ну, все получилось. Этот отряд я часто встречаю у компьютерных соперников, ну, естественно, не оплошал и сам. Что ж, хорошего вам дня, смотрите ролик и давайте. Пока-пока, до встречи в новых видео. Thank you.
Outstanding. Bow to me.
Максом. Excellent.